голос, да, да, да. Как ее зовут? И дядя Вася за нее болел. Ну, только я. И напоследок я скажу работу мою висок еще вершит, но боли руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. Напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся. С ума схожу, и ума схожу. В общем, у меня 5 лет контракт. К высокой степени. Волга, молодежь, забыла за поезд, говоришь, эти попсиков все. Потому что прямой эфир без всякого этого, как и запись. Как напоследок. Голосище. У всех вообще. Откопали кучу звезд. Ну, такой голос.